Газ на красноярских заправках подорожал сразу на 2 рубля за неделю. С начала лета рост составил 4 рубля, а с начала года почти 10. Сейчас заправиться на станции терминал нефтегаза на 60 лет октября можно за 28,90. На 10 копеек меньше отдадим в филиале на 2-й Брянской. А еще в начале года литр голубого топлива обходился около 22 рублей. Те, кто ездят на газе, сразу чувствуют рост. На фоне подорожания бензина новость об очередном скачке цен на альтернативное топливо не внушает оптимизма, говорят автовладельцы. Потребители ждут нормализации цен после введения временного запрета на экспорт топлива. В руководстве терминал нефтегаза заявили, что не знают, из-за чего именно оптовики поднимают цену. Скорее всего, газ растет за компанию с бензином. Бензин дорожает, и автоматически компании, которые оптовые, которые поставляют, заводы, поставщики, они тоже поднимают цену на газ. Первопричина непонятна. Либо это увеличение экспортных поставок из Томского месторождения. Нам объясняют, что вроде как зерносушилки много газа берут, поэтому дефицит. Но я думаю, это общее желание нефтяников получить больше прибыли. Эксперты все-таки верят, что со временем ограничительные меры на экспорт топлива сработают. Снижение цены возможно, если появится избыток на внутреннем рынке. А он в теории должен быть после введения экспортного запрета и действия заградительных пошлин на вывоз за рубеж. Но такого дешевого газа, как, например, 1,5 года назад, скорее всего, уже не будет. Тогда цена, говорят эксперты рынка, снизилась после отказа от покупки нашего газа Польшей и Турцией.